Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области. По мнению службы, действия компании «Экология Новосибирск» приводит к ограничению конкуренции. Подробности смотрите далее. Антимонопольное ведомство в ходе мониторинга сайта госзакупок выявило, что на территории Новосибирской области компания «Экология Новосибирск» провела 6 закупок, 2 из которых завершились заключением контракта с единственным поставщиком, что является нарушением правил проведения торгов, сообщили в пресс-службе ФАС. Юридические лица и жители Новосибирской области не могут заключить договор на оказание услуг по уборке твердого мусора с другими компаниями, поскольку «Экология Новосибирск» является региональным оператором. Первое рассмотрение дела состоится 14 мая 2019 года.